Дворовые территории в большинстве городов и муниципалитетов планировали советские годы прошлого века. Сегодня архитектурные решения и компоновка жилых пространств уже совершенно не отвечают требованиям времени. Решить эту проблему призвана федеральная программа «Комфортная городская среда». Это инфраструктурный проект реальных дел и изменений, которые хорошо заметны жителям населенного пункта. Как реализуются программы проекта в Десногорске, приехал посмотреть депутат Государственной Думы и член фракции «Единая Россия» Артем Туров. Совместно с главой муниципального образования города Десногорск Андреем Шубиным и представителями коммунальных служб были проинспектированы несколько городских дворов и общественных площадок. В Десногорске программа «Комфортная городская среда» действует уже второй год. За это время были приведены в порядок несколько придомовых и общественных территорий, в которых работы по благоустройству уже были выполнены. Это жилые дворы многоквартирных домов во втором и четвертом микрорайонах и парковая зона второго микрорайона. Также территории, где строительные работы ведутся на сегодняшний день, это первый микрорайон дом 1 и седьмой микрорайон дома 1 и 2. Кроме этого, в этом году будут выполнены работы по благоустройству двора в третьем микрорайоне дома номер 2 и 3. Здесь, соответственно, тоже были расширены парковки, созданы новая пешеходная дорожка. Значит, разметку делали сами жители. Вот, также они потом благоустраивали здесь. Ну, так и должно быть. Сажали участие. Зеленое насаждение. Большинство работ проводится силами коммунальных служб города. Это САЭС-сервис, МУП ККП и служба благоустройства. Также придомовые территории были дополнены малыми городскими формами, газонным ограждением, лавочками и урнами. На данный момент приведены в порядок уже значительное количество дворов. Также были осмотрены городской сквер и знаковый для Десногорска проект «Курган Славы». Это памятник воинам в год установлен вот здесь. Угу. Под него уже все закладные, вон бетонная стеноплощадка. Воин из бронзы, 2 метра высотой. Кроме городских территорий, было проинспектировано кадровое и техническое обеспечение медико-санитарной части номер 135. Здравствуйте. Можно к вам? Десногорская медсанчасть – единственное многопрофильное медицинское учреждение. Здесь проводят большинство видов медицинских услуг. Несмотря на еще существующие сложности, больнице удается улучшать технику и качество медицинского обслуживания. Делается это в том числе благодаря программе «Бережливая поликлиника». У нас проходит каждый месяц региональной недели, где депутаты Государственной Думы разъезжаются по своим избирательным округам, смотрят, как реализуются как партийные проекты, как реализуются госпрограммы. Для нас очень важно, как развивается именно отрасль здравоохранения. Это мы постоянно от фракции партии «Единая Россия» эти вопросы обсуждаем и на заседаниях фракции, при встрече с профильными министрами, вице-премьерами. Депутат отметил, что федеральная программа «Комфортная городская среда» в городе работает. Он дал хорошую оценку выполненным задачам и отметил положительную тенденцию в развитии Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.